с турбопереводом. Турбопереводчик Гарик. Тональность балтийцев ля. One, two, one, two, three, four. Ух ты! Мы вышли из бухты, а впереди наш друг океан. Наши девочки запрятали рученьки в муфты и ждут нас на берегу. А где там в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили: отпусти, мама, дочку с нами, ведь мы подводники, мы силачи. Ах ты, мы вышли из шахты, что под номером 8/3, 29-05-05. Здесь не игры в пинг-понг и бух, и бухты-барахты. Нормально переводи. Настоящий подводник думает о кораблях. А где там в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили: отпусти, мама, дочку с нами, ведь мы подводники, мы силачи. Ох ты! И если не лох ты, ты поймешь, что подводник без лодки, что краб без воды. Мы 7 дней без воды, но в натуре морские мы волки. И домой как охота, что с кунцем подводным скулит. Где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили: отпусти, мама, дочку с нами. И мать отпустила, и дочь ее на корабле. Гарик, давай! Оглобля! Соло! Соло!